Сейчас буду печь хлеб яичный. Ингредиенты. 900-граммовый хлеб будет. Режим скорый. Ингредиент. Первое, что мы засыпаем, это 2 яйца. 2 яйца и вода. Вода будет 1,5 чашки, но при этом не забываем, что здесь будет сухое молоко. Но так как сухого молока у меня нет, вот 3,5 столовой ложки, то залью именно 3,5 столовой ложки вот обычного молока. Но при этом пропорция должна быть общая 1,5 чашки жидкости. Разбил 2 яйца. Теперь смотрим, нужно 1,5 чашки воды. Но при этом не забываем, что мы еще зальем 3,5 столовые ложки молока обычного, так как сухого молока у нас нет. Используем вот такую вот мерную чашку, шла в наборе. Чашка воды. Есть. Теперь в эту чашку заливаем 3,5 ложки молока, столовые ложки. Здесь 3,5 ложки, такой вот ложки столовой молока. Заливаем. Все. Итого у нас получается жидкости 1,5 чашки. Из них одна чашка, вот такая чашка воды, плюс 2 яйца и плюс 3,5 столовой ложки молока. Сверху засыпаем муку. Вот такой вот, такие стаканчики. Засыпал 4 стакана муки, вот такие чашки. И вот почти половинку. Так, муку засыпали. Следующим идет соль, 1,5 чайные ложки. Засыпаем соль. Одну ложку высыпал, чайную вот половинку. Второй. Следующее. Сахар, 2,5 столовые ложки. Сахар есть. Дальше. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Сливочное масло есть. И последнее, это 2,5 чайные ложки дрожжи, сухие дрожжи. Засыпаем дрожжи. Ну и все. Теперь все это помещаем в хлебопечку. Поставили контейнер в хлебопечку. Закрываем. Включаем розетку. Нажимаем на кнопку «Скорый». Есть. И нажимаем на кнопку «Пуск». Все. И ждем 2 часа. Ну вот и результат. Хлеб яичный. Вот такой вот он. Мягкий, хороший, вкусный. Уже попробовал. Вот, надрезал корочку. Все хорошо пропеклось.